партії «Родина». Читайте тижньовий список кандидатів в депутати Государственного совета Республіки Коміш, стовпроцентово поєдинний відповідальний округ, а також список кандидатів по кандидатам відповідальним округам Государственного совета Республіки Коміш, стовпроцентово від регіонального відділення Всеросійської політичної партії «Родина» Республіки Коміш. Голосували за двоє, проти нет, воздержались не представители комиссии Вишенёв, секретарь Лапкин, член комиссии Коміш. Подписи. Спасибо. Республики Коміш. Присутствовали члены счетной комиссии Вишенёв Владимир Борисович, Лапкин Андрей Юрьевич и Кончин Андрей Борисович. Число зарегистрированных членов партии 46, число изготовленных бюллетеней 50, число выданных бюллетеней 46, число погашено 4, при вскрытии ящика обнаружили 46, действительных 46. Недействительных нет, утраченных бюллетеней нет. Бюллетень для тайного голосования по утверждению списка кандидатов депутата Совета муниципального образования городского округа Сука, 5-го созыва по единому избирательному округу, от оригинального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Республики Коми, а также список кандидатов депутатов Совета муниципального образования городского округа Спивка, 5-го созыва по мандатным избирательным округам, от оригинального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Республики Коми на общем собрании регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Республики Коми. Далее общее собрание было введено список кандидатов депутатов Совета муниципального образования городского округа Сыктывкар, 5-го созыва по единому избирательному округу от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Республики Коми, а также список кандидатов депутатов Совета муниципального образования городского округа Сыктывкар, 5-го созыва по мандатам избирательным округам от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Республики Коми. Если не будут зачитывать весь список. В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования по утверждению списка кандидатов депутатов Совета муниципального образования городского округа Сыктывкар 5-го созыва по единому избирательному округу от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Республики Коми, а также списка кандидатов депутатов Совета муниципального образования городского округа Сыктывкар 5-го созыва по мандатным избирательным округам от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Республики Коми, голоса распределили следующим образом. За проголосовало 44 делегата, против проголосовавших нет, воздержали 2 делегата. В соответствии с федеральным законом о политических партиях, положением устава Всероссийской политической партии «Родина» считать утвержденным список.